из достопримечательностей Сочи, которые нужно обязательно посетить, является Сочинский океанариум. Это самый большой океанариум на южном побережье России. На территории 6000 квадратных метров расположено 30 аквариумов общим объемом более 5 миллионов литров. В нем обитают более 400 видов рыб из различных водоемов мира. В экспозиции есть уникальное акриловое окно площадью 24 квадратных метра и акриловый тоннель протяженностью 44 метра. Находится океанариум в Адлере на улице Ленина, дом 219А, дробь 4. Билет в октябре 2021 года стоил 950 рублей.
буду рада подписке, лайкам и комментариям. До новых встреч!